четверг в Самарской области облачно с прояснениями. Дождь плюс 19 днем, ночью 13 выше нуля. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачно, в дневное время плюс 20, ночью плюс 11. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью 14 с плюсом. Северо-западный ветер 4-10 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, гроза. Днем плюс 18, ночью 12 с плюсом. Ветер северо-западный 3,9 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Температура воды в реке Волга плюс 20 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.